Дом детского творчества города Каспийска является излюбленным местом детей и родителей. Именно здесь преподают самые интересные и полезные занятия. ДДТ – это творческое многопрофильное пространство дополнительного образования с многолетней историей. Создан он был в далеком 1945 году и назывался «Дом пионера». Сейчас Дом детского творчества открывает гостеприимные двери для более 800 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет в таких творческих объединениях, как это национальные танцы, балетная гимнастика, основы компьютера, вокал, шитье, ленточная вышивка, кукольный театр, дошкольник, английский язык. Вот. И очень великое разнообразие, родители и ребята могут найти себе занятия по своим интересам. На протяжении всего существования Дома детского творчества значительно увеличилось количество талантливых ребят. Они активно принимают участие в различных городских мероприятиях, выставках и фестивалях. По словам руководителя учреждения, раскрывают в детях таланты и способствуют их развитию. Помимо этого, воспитанники также занимаются благотворительной деятельностью. Также наши воспитанники и педагоги организовывают сбор гуманитарной помощи для солдат СВО. Вот. В минувшем году творческое объединение «Шитье» совместно с воспитанниками организовали пошив подушек в форме косточек для раненых солдат СВО. За последние несколько лет воспитанники Дома детского творчества показывают достойные результаты и приносят победы на различных республиканских и всероссийских конкурсах. Сердца отдают детям, культурный код Дагестана, россыпь талантов и многое другое. Россыпь талантов заняли гран-при и 2 диплома первой степени в международном конкурсе. И вот в преддверии Нового года тоже мы заняли диплом первой степени в международном конкурсе «Новогодние огни». Это была очень значимая победа для театральной студии. Кроме того, за последние 3 года для улучшения качества работы сотрудники ДДТ интересовались у родителей, какие объединения и кружки востребованы для детей. Мы открыли, это у нас объединение балетная гимнастика, подготовка к школе, бисерное плетение, ленточная вышивка, вот, а также английский язык. Но есть в планах еще открыть несколько объединений интересных, но, надеюсь, они у нас осуществятся. Родители юных дарований делятся, что образование в Доме детского творчества здорово поспособствовало не только раскрытию талантов, но и формированию личности, снятию скованности, а также расширению круга друзей. Это как раз то место, где ребенку предоставляется возможность заниматься тем, что ему интересно. Вот на примере своих 2 дочерей, которые занимаются в театральном кружке, преподаватель которой является Гасанова Аминат Меджидовна, я могу сказать, что дети на протяжении уже нескольких лет ходят на занятия с большим и огромным удовольствием. Им выдается такая возможность окунуться в сказочную, волшебную атмосферу. Важную роль в деятельности Дома детского творчества, несомненно, играют сами родители. Они принимают участие в мероприятиях, театральных постановках и даже конкурсах. Также мы с родителями принимаем участие на различных мероприятиях. В прошлом году на новогоднем мероприятии мы с родительницей принимали участие в роли бабаёжек. В этом году принимали участие в роли оленей и дракона. Также я со своей дочкой Камилой выступаю на мероприятиях, посвященных дню 8 марта и Дню матери. Мы поем песню «Мама и дочка». Стоит подчеркнуть, что на базе Дома детского творчества во время летних каникул функционирует досуговая площадка «Летние забавы», где дети проводят время весело и с пользой. Здесь они поют песни, лепят, рисуют и заряжаются позитивом и новыми знаниями на весь предстоящий учебный год.